Читатели Курган.ру объявили войну автохамам. В первом случае на видеорегистраторе зафиксировано грубое нарушение правил дорожного движения водителем Toyota Land Cruiser Prado. Стоя на светофоре в веренице машин, водитель решил не ждать своей очереди. Выехав через двойную сплошную на встречную полосу, он на всех парах устремился к перекрестку. Только своевременная реакция окружающих водителей помогла избежать аварии. Если вы стали очевидцем происшествия или интересного события и хотите поделиться уникальным видео с аудиторией информационного агентства Курган.ру, тут же отправляйте их с помощью мобильного интернета на адрес электронной почты novostikurgan@gmail.com или заходите в новый раздел сайта «Мобильные новости» и нажимайте на кнопку «Добавить фото-видео». Авторы лучших по итогам месяца материалов получат приз.